Ассоциация ательеров «АМОС» в Сочи была создана больше 2 лет назад с целью объединить усилия для решения проблем в гостиничной индустрии. А многие из них общие для объектов размещения курорта. И часть из этих сложных вопросов за минувший год удалось решить. По инициативе 2 ассоциаций, Ассоциация ательеров Казани и Татарстана и Ассоциация ательеров Сочи Краснодарского края, было поднято очень такое широкое общественное обсуждение. Удалось достучаться до руководства Министерства экономического развития, и классификацию всех отелей по России, по стране, отодвинули на год. То есть действие федерального закона перенесли на год. Сегодня в ассоциацию входят более 50 санаториев и гостиниц, и не только сочинских. Организация теперь объединяет отели региона – Краснодара, Анапы и Геленджика. Вместе проще справляться с современными вызовами, отмечают в ассоциации. Нужно вовремя реагировать на изменения в законодательстве, успевать за современными тенденциями развития рынка, чтобы быть конкурентоспособным. А для этого нужно изучать опыт конкурента, в том числе и международный. Учебно-образовательный тур, который мы организовали в мае месяце, 20 ательеров по самым фешенебельным курортам Турции, где нас принимали генеральные менеджеры. Это был действительно образовательный тур, и это действительно повлияло и на качество услуг, предоставляемых этими объектами, и, естественно, сделало более довольными наших гостей. Подобные обучающие туры продолжатся и в следующем году. Надо отметить, что ассоциация АМОС объединяет не только ательеров. Это площадка для диалога с властью, бизнесом, общественными организациями и наукой. Так уже подписано соглашение с опорным вузом края, Сочинским госуниверситетом, профиль которого – туризм, об организации практики и стажировки студентов в лучших отелях курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.